выбрали горы. Самым лучшим вариантом в нашем случае оказался поход на водопад Монофос. Сложность этого маршрута обозначена как средняя и подходит даже для детей. Но здесь я бы поспорила. Не всякого ребенка безопасно брать на гору, где нет ограждений. Но мы знали, что нас ждет. А ждет нас водопад Монофоссен. Это 9-й по величине водопад Норвегии. Его высота около 100 метров. А если быть уж совсем точными, то 92. Сразу скажу, что много текста или комментариев в этом ролике не ждите. Наслаждайтесь картинкой и да, челлендж. Если заметите радугу, обязательно поставьте лайк. Приятного просмотра! Увидимся! Откуда мы пришли, вскарабкались? Снежная гора. Сидишь на снежной горе и ешь снежную гору. Как? Ну пошли. Вот, Ярослав и Стейн уже там ходятся вовсю. Какое-то подобие дороги. Ну ладно. Let's go, как говорится. Маршрут для детей. Ну, конечно, для суровых норвежских детей. Чуть-чуть пройти по нормальной тропе. Юлика сказала, что спиной спускаться удобно. Ну, я не знаю. Вот кто меня встречает.
Хай! Теперь у нас маленький пикничок. Юля, Ярик, Речка. Там он стоит, несет клубнику.